Что ты такое? Я Моня. И все, что я сделал, было основано на одном простом принципе. Я понял это, когда еще был совсем ребенком. Ты нигде не видел Флиту, Момин? Честное слово, если она опять убежала. Не знаю, почему разрешила твоему отцу убедить меня купить тебе Рада кота, только что ты наделал? Если люди ничего не чувствуют, видя твое творение, значит, ты ничего не создал. Клянусь светом. Ужасающе. Боль и страх, чистейшие из эмоций, ибо они первые из тех, что мы ощущаем в момент рождения. Они откатывают нас обратно, нашим животным истокам, пока мы ничто, нам может быть больно. Нам может быть страшно. Кто мог такое сотворить? Искусство должно вводить зрителя в это состояние. Удачное произведение превращает любого зрителя в животное. Уведите его. Он монстр. Не всем нравится, когда их заставляют так себя чувствовать. Это нормально. Пусть врут себя о том, кто они такие. Я покажу им истину. За мою приверженность этим принципам меня посадили в тюрьму. Мои инструменты забрали. Я не был против. Раз мои зрители боялись меня, значит, я в чем-то преуспел. Имя Момент стало значить что-то свое для каждого, кто его слышал. Трудные истины и бескомпромиссное видение. Я, Момин, был скульптором умов. Они упрятали меня, чтобы не видеть этого. Но истину не спрячешь за решетку. Мое имя эхом отзывалось по галактике, и кто-то услышал его и пришел за мной. Ее звали Шаа. И эта Шаа освободила меня и сказала, что теперь я ее ученик. Я столько узнал от нее, про силу и про темную сторону. Многое обо мне прояснилось. Вещи, о которых я знал, но не мог понять. Раз надо расти, нельзя переставать учиться. Да. Особенно о самом себе. С самого начала Лиди Шаа звала себя моим мастером и считала меня своим учеником. Я никогда этого не понимал. У меня не хватит наглости называть себя мастером, но ученику нет уж. Момину нет равных. И Леди Шаа так не думала, и был лишь один способ доказать это. У меня никогда не было своего ученика. У меня не было времени учить. Слишком многому надо было научиться. Я изучил тайны темной стороны, посетил многие ее места. Впоследствии я осознал, что тратил свое время, творя для обывателей, глупых идиотов, которые никогда бы не поняли. Сама сила была единственным настоящим зрителем, единственным достойным моих усилий. Если бы я мог построить что-то стоящее величие темной стороны, я мог бы и себя назвать достойным. Я искал, я изучал. Затем приступил к своему величайшему творению. Мощь великой силы открывает множество возможностей, но ее воля не всегда ясна. Когда я начал, то я даже не знал своего жанра. Голого камня, из которого мог бы сотворить истину настолько глубокую, что ее нельзя игнорировать или упрятать. Тогда я попросил у силы помощи, и она приказала мне выбрать город. Из ресурсов, унаследованных от Лени Шаа, и с помощью акамитов, отчаянно хотевших помочь мне в работе, я построил великий двигатель. Это было оружие, разумеется, достаточное, чтобы испепелить город. Но кто угодно мог создать оружие. Но чтобы быть достойным силы, мое творение должно было быть чем-то большим. И оно было. Оно начало уничтожать город, позволило жару и пеплу подняться.
Но в тот момент, когда жители осознали надвигающийся рок, я влил силу в двигатель и воспользовался им, чтобы остановить время. Все эти разумы средние были как один. Боль и страх в масштабе, о котором галактика не слыхала, замороженные как насекомые на всеобщее обозрение. Навсегда. И вечный памятник темной силе. Мой шедевр. Все было хорошо. Двигатель работал. Я постоял у пульта, сконцентрировался и принялся воевать. Истина, искусство, мода. А затем пришли джедаи. Мои акалиты сражались храбро, но этого было недостаточно. Присутствие светлой стороны силы мешало мне сконцентрироваться. Я потерял контроль над массивной энергией, которую управлял. Критический момент прошел мимо. Боль и страх, в которых я нуждался, были мимолетными и испарились так же быстро, как и сам город. Не вся работа идет по плану. Да, я сделал промах. Убил много людей. Но темная сторона требует жертву покрупнее, чем просто смерть. Трудно назвать тот проект с чем-то другим, чем провалом. Но это наталкивает меня рассказать об еще одном принципе, который определяет мой художественный путь. Не верь, что все твои произведения идеальны. Верь, что им будет следующее. Но кое-что важное из той катастрофы я все же извлек. Темная сторона священна, но еще она главная. Она горит, как пламя, как преисподняя. И ее всегда надо кормить. Ей нужно топливо. И если ты не покормишь ее... Тогда она перекусит того. Нет. Видишь что-нибудь? Нет, все чисто. Ну что-то точно свалилось сюда с небес. Мы все это видели, но пыли нет. Наверное, упало в один из потоков лавы и расплавилось. Нам же больше минералов, когда время придет. Пора возвращаться. Отец ждет нашего доклада. Он будет рад услышать, что нам ничего не понадобилось. Ему было тревожно после того, как он увидел, что бы это ни было. Ты же его знаешь. Для него все — это предсказание. Погоди, что это? Что там? Очень похоже на... Нас атакуют. Беги, беги. Что ты такое? Нет, нет. Нет. Ах, я все еще на Мустафане. Планета не всегда была такой. Ты знаешь об этом? Меня не волнует, какой она была, Момин. Меня волнует только то, чем она является сейчас. И чем же? Дверью. Да, локус силы, но он закрыт на замок. И есть только догадки о том, куда могут вести тропы за гранью. Ты хочешь ее открыть, пройти сквозь нее. Вот почему ты попытался украсть мои секреты, и вот почему говоришь со мной сейчас. Но я вижу тебя насквозь, лорд Вейдер. Если что-то хочешь от меня, спроси. Ты придумал это, находясь в своем предыдущем теле. Скажи мне, что это? Дверь на темную сторону заперта. А это ключ. Твоя возлюбленная ждет тебя там, Вейдер, за дверью. Моя крепость настроится на энергию локуса. Это твой первый шаг к использованию мощи темной стороны, чтобы проткнуть струю времени между жизнью и смертью. Ты вновь увидишь ее. Мне уже лгали о способности темной стороны предотвращать смерть. Не предлагай того, что не можешь дать. Я не лгу,
Мне просто нужен еще один шанс создать. В этот раз может выйти идеально. Хорошо. Но если ты предашь меня, то будешь страдать. Страдать? Как я могу страдать больше, чем сейчас? Что может быть хуже для художника, чем быть забытым? Ты дал мне замечательную возможность, лорд Вейден. Такую я не упущу. Это будет мой шедевр.